На смену летнему теплу в Германию приходят дожди, грозы и низкие температуры. Метеорологи предупреждают, что погода к концу недели резко испортится. Циклон Пегги сейчас гонит с юго-запада Европы в сторону Германии грозовой воздух. Но метеорологи уверяют, что лето еще не закончилось, и в сентябре мы обязательно увидим температуры около 25-30 градусов, особенно на западе и юго-западе страны. Жители Германии массово устанавливают солнечные батареи и тепловые насосы. Сейчас 29% немецких домохозяйств используют хотя бы одну из энергосберегающих технологий. Согласно опросу, не только нынешний кризис повлиял на настроение. Больше половины респондентов заявили, что еще год назад цены на теплоснабжение и электроэнергию были тяжелым бременем для них, поэтому многие решили модернизировать свои жилища. К другим темам. Федеральное статистическое управление Германии сообщает, что в прошлом году немцы внесли в государственную казну 401 миллион евро за своих домашних питомцев. Этот показатель стал абсолютным рекордом налога на собак за всю историю статистического анализа. Эксперты полагают, что пандемия коронавируса сыграла не последнюю роль в таких высоких показателях. Немцы действительно начали брать много собак, пытаясь уйти от грусти и одиночества, вызванных локдаунами. И о здоровье. Ученые обнаружили, что яблоки увеличивают выведение холестерина на 35%. Давно известно, что пектин, белое вещество, содержащееся под кожурой яблок, способен связываться с холестерином в кишечнике и выводить его из организма. Однако ученые с удивлением обнаружили, насколько мощным может быть этот эффект.